На сцене вице-чемпионы первого сезона. Встречайте, Заинька, город Запорожье. Сейчас. Второй. Второе место. Second place. На канале 1 плюс 1 равно 2. Вторые, два, капитан. Respecting to some, get it to some. This is the sound of the sound. 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 Вас приветствуют первые вице-чемпионы первого чемпионата Украины по юмору Заинька. Короче, по понятным причинам два капитана сегодня выступать не будут. Они на Канара! Проиграли мы финал! Проиграли хулиганы! 18 человек! Двум каким-то капитанам это все не просто так. Так задумано, ребята, чтоб потом не говорили, чтоб потом не говорили, что квартал нас протащил. А квартал нас протащил. Заньку Драктянин, но! Друзья, как вы уже все заметили, в жюри появился новый человечек. А теперь давайте представим, как проходил кастинг на нового члена жюри Лиги Смеха. Добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, я Эль Кравчук. Ну, Эль Кравчук. Но я еще пел вот этот вот. А есть Wi-Fi? Сейчас, секунду. Ребята, давайте дальше. Здравствуйте. Здравствуйте. Леонид Кучма. После Кравчука будете. О, Леша Потап, привет. Здорово, привет. Здоров. Я, в общем, не пойду в новый сезон в жюри. А что не так? В меня после первого сезона бес вселился. Ну вот, смотри. Ну вот. Леха, ты не гони беса, все нормально. Ты все, Леха. Знаете, друзья, что касается второго сезона Заиньки, хотелось бы сказать такую вещь. Иногда, чтобы сохранить отношения, нужно проверить их временем. И мы так получилось, что не будем принимать участие во втором сезоне. Спасибо. И чтоб не сюсюкаться, хотели просто уйти по-английски. Слышь, братан, я не понял, понял? А что означает по-английски? Ну это когда уходишь и не прощаешься. Походу у меня батя англичанин. Занька, увидимся в будущем. Спасибо. The lesson is over. Goodbye. Занька, Запорожье!